Сегодня, когда для большинства жителей Тверской области началась неделя самоизоляции, мы побывали в аварийно-спасательной службе Тверской области и попросили спецалистов-спасателей дать совет землякам, как вести себя в этой непростой ситуации. Сегодня наш собеседник – спасатель-водолаз Константин Шульц. Неоднократно выезжал за пределы региона для неотложной помощи людям при стихийных бедствиях. Но мне больше всего запомнилась командировка на Дальний Восток, когда там было наводнение. Ну, в зону нашей ответственности был поселок недалеко от Комсомольска на Амуре. Ну, естественно, это река Амур, большая река, начала разливаться. Сначала там строили дамбу вокруг поселка, она как-то спасала. Ну, люди уже тогда готовились к худшему. Наша работа была сначала предотвращать прорыв дамбы, а потом, когда затопило, мы проводили там эвакуацию людей, материальных ценностей. Нам удалось сделать так, что не было паники. Кто-то прислушивался к нашим советам, кто-то нет. Но в итоге все равно всем пришлось сделать так, как мы рекомендовали. В этой экстренной ситуации, говорит Константин, важна взаимовыручка и способность сохранять спокойствие. А вот совет специалиста жителям региона в условиях пандемии коронавируса. Совет простой. Нужно выполнять требования, требования властей просто и силовых структур, тех же наших МЧС, здравоохранения. И тогда будет все нормально. Не будет паники, не будет ничего, вот как у нас там было.